В селе Алмалы Сарканского района состоялось торжественное открытие нового спорткомплекса, рассчитанного на 50 мест. Строительство объекта было осуществлено в рамках государственной программы «Аул и Ель-Бесеге». Новый комплекс предоставит жителям села возможность заниматься различными видами спорта, улучшать свое здоровье и проводить свободное время с пользой. На церемонии открытия побывала и наша съемочная группа. Открытие центра стало настоящим праздником для жителей села Алмалы. Раньше нашим детям приходилось ездить в районный центр, чтобы тренироваться. Теперь же у нас есть все необходимое прямо в селе. С радостью отмечает Загиля Балабекова, жительница села Алмалы. Стоит отметить, что на строительство нового спортивного комплекса из областного бюджета было выделено 1,5 миллиарда тенге. Сегодня для нас особенный день. В нашем селе открылся новый спортивный комплекс. Это знаковое событие, которое мы с нетерпением ждали долгие годы. Мы искренне рады этому важному шагу в развитии нашего села. В нашем селе всегда был большой спортивный потенциал, и из него вышло немало талантливых спортсменов. Я уверена, что с такой поддержкой со стороны государства мы воспитаем еще немало будущих чемпионов мирового уровня. У нас есть молодой замечательный тренер по вольной борьбе Едиль, который все это время, несмотря на трудности, возил своих подопечных на тренировки в районный центр и зимой, и летом. Теперь же у них есть все условия для тренировок прямо в селе. Новый спортивный комплекс предлагает богатый выбор возможностей для занятий спортом. Внутри здания обустроены отдельные залы для волейбола, баскетбола, бокса, борьбы, а также комнаты для игры в тогос-кумалак, шахматы и шашки. Кроме того, на прилегающей территории оборудованы площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола. Огромное спасибо от населения. Вот сейчас вы видели, как люди нравятся, как дети радуются, да? Вот таких проектов не было никогда. Вот за такое здание можно сказать, что вот 30 лет с лишним независимости, да, это первое здание, которое пришло в сельскую местность. Я уверен, что отсюда пойдут наши будущие олимпийские чемпионы, чемпионы мира. С этого поселка Абрисей Тайхамов, с этого поселка Аманжол Богубаев. Они в то время поднимали флаг СССР, а наши дети с этого здания поднимут флаг нашего независимого Казахстана. Я в этом уверен. В области ЖТСУ реализуется масштабная программа по развитию спортивной инфраструктуры. Планируется строительство 17 объектов, из которых 6 уже введены в эксплуатацию. Агирим Копаева, Габит Кабдрахман, телерадиокомпания ЖТСУ.